У меня пропал козленок, я сама его посла. Но козленка принесли в жертву темным богам. Пятачок, неси ружье. Сейчас быстро мы найдем этих жуликов, кто нашего козленка съел. Может, они прячутся в тумане? В тумане? Псиопатс. Нет, там нет их. Может, они на ферме? Да. Видали козленка, Эл? Нет, не мините, только курицей. Надо кого-то звать на помощь, чтобы нашли нашего бедного козленка. Ты знаешь кого-нибудь? Да, я знаю. А может, это ниндзяга. Это ниндзяга. Привет, ребята. Сейчас быстро мы найдем вашего козленочка. Пройдемся по книжкам. Вот. И быстро найдем. Так, ну где тут козел? Нету козла. Где козел? Это не козел. Не, это про меня. Там нет козлов. Сам ты козел. Ну и сиди дальше. Какой чудесный день. Там тоже нету. Какой чудесный я. Песенка моя. Ну и пой дальше. Тоже не козел. Какие чунги-чанги еще тут? Какой спать, только что встали? Ладно, пойдем по пути брейменских музыкантов дальше. Так, все. Да не зайчики нужны, мы вообще-то козлов ищем. Ничего чинить не надо. Ну где тут козлы? Нам, пожалуйста, вот это. Это я опять Винни. Нам всего? Чего всего? Что? Я сказал всего. Так, что это у нас тут такое? Тело козленка? Да. Тело козленка. Это его. Зубы. Это его. Глаз. Сердце. Череп. О, жулики! Барбоскины, вы козла видели? Да, нет. Нет. Нет, не футболиста, козла. Не козла мечтателя. При чем тут ромашки? Да, хочу. Найди мне козла. Козленок во втором пути. Ага, идти дальше? Ну там же пираты. Эй, пираты, освободите моего козла. Освобождай! Не найдешь ты козленка. Что? Я тебя закопаю, как печки. Так, о! Нашел первую ферму. Может, тут есть козлы? Так, может, тут козленок? Нет, это... Птица. Сорока. Не понял. Заяц. Это
ежик. Не, тут козлов нету. Может, в Европе его можно найти, например. Испанцы. Там только танцы. Но там только... Моды. Шотландия. Ну, там дудилки только. Великобритания. Это кто был такой? Биг Бен. Ладно, поищем его в России. Так. Где козленок? Кинг. Нет, не Кинг, козленок. Ну, тачки, расскажите мне. Тачки. Куда же вы все? Кто мне расскажет, где козел? Я расскажу. Может, можешь поискать своего козленка? Я понял. Или Виталий. Или Великобритания. Ух ты! Так, может, тут есть козленочек? Дай молочка, да не корова! Капельку на донышко, ждут меня котята, малые ребята. Твой ду-ду-ду-ду-ду-ду, сидит ворон на дубу. Это ворон! Играет ваш лукотик на торжок. Это котик! А это лисичка! Ладушки, ладушки! Это вообще ладушки, ладушки! Что смешного заяц, мы сказали? Я сказал, что котист от драмы, а он сидит за тебя! Пока, заяц. Ребята, давайте жить дружно. Никогда, пока не нашли козла. Так, кто может тут знать? Так, кого спросим тут, Маркус? Кто может знать, где козел? Где козел? Он спрячется на нас. Кто еще может знать? Пожарники. Пожарники? Где они тут? Полицейские. Файермен. Ага, файермен. Что? На дереве? В каком дереве? Тихо. О, фермер, может, знает. Фермер. Где козел? Он бежит по моему урожью. Да, ну все. Берем солдата. Тунг. Ясно, тут не находится ничего. Ой, Беладонна, где козленка спрятала? Где Фунтик? Где мой поросеночек? Да не поросеночек, а козленочек. А Фунтик твоего? Что делает Фунтик? Да, и что он жрет? Карамельки. Жрет и ворует карамельки. Заяц, ну что такого смешного сказали? Тебя Коди следит за мной. Какой Коди? Выключит этот звук. Ну, заяц, ты включил принцессу. Ну, пока, заяц. Выключит эту принцессу. Заяц. Все, пока, заяц. Фу, надоел заяц. Может, тут козлёвый? Выключите эту, пожалуйста! Перестань смеяться! Фу, всё. Всё, хватит. Тихо! Выключите эту музыку!
Фу, давайте, схватите эту принцессу, отправьте пиратам на съедение. Какой папа? Тихо всем! Разбуянились! Тихо! Тихо! Никто меня не слушает. Опять папа! Все! Фу! Мое желание найти главных экспертов по поиску козленков. И это... Don't let me! Don't hug me! I'm scared! Ну, где тут наш козленочек? Get creative! Ну, долго сидеть будете? Mine is being creative. How do you get the idea? I just tried to think. Ну, есть идея, как найти козленка? Это не он. Это все, что вы нашли? Козленка не нашли, да? Да. Это не он, это клоун. У вас какая-то магия особенная. Вау. Это будет козленок? Посмотрим. Стало? А? Мне страшно. I'm scared. I'm scared. А? О, нет.